Сегодня мы с вами будем тестировать очень странные кисти, и в последнее время я заметила, что компании все время пытаются нас чем-то удивить. Мы видели уже и кисти рыбки, и кисти волшебные палочки, и кисти всевозможных каких-то диковинных форм, но я на самом деле как визажист являюсь огромным снобом в плане кистей. У меня есть свои самые любимые, которые действительно хорошо работают, и они все классических форм, в принципе, но все равно интерес берет свое, и сегодня у нас с вами на тесте будет две кисточки, одна для тональной основы, которая выглядит вот так вот, здесь в серединке углубление есть, куда, собственно, и нужно наливать тональную основу, после чего это вроде бы как все должно наноситься очень ровно, естественно, красиво, проверим. И вторая кисточка, я так понимаю, она идеально подходит для контуринга, потому что у нее здесь есть такое вот углубление, которое очень хорошо должно обнимать скулу. И на самом деле, когда я прикладываю эту кисть к скуле, действительно, вот моя скула прям попадает в эту ямочку. Поэтому посмотрим, насколько это действительно удобно. И под конец видео мы с вами узнаем, на что годятся эти кисти и годятся ли они вообще на что-то. Но перед тем, как я начну наносить тональную основу, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который будет вас оповещать о выходе моих новых видео. И, в общем-то, да, обязательно это сделайте. Без этого не продолжайте смотреть дальше. Поэтому нажимайте и давайте приступать. Что касается вот этой кисти, то я что-то подобное видела пару лет назад в Bare Minerals. У них, возможно, у первых, я точно не знаю, появилась такого рода кисть. Я тогда ее не заказала, потому что она мне показалась очень странной. Но так как сейчас интернет вообще полон странных вещей, я все-таки решила попробовать. На лице у меня сейчас нет никакой косметики, только макияж, глаз и брови у меня сделаны. И эту кисть я буду тестировать фаворитом последнего времени своим. Это тональная основа от Kika, которая называется Skin Tone. И давайте вот сейчас я сразу... Чё ж ты плюёшься? Ладно, две помпы я сюда налила. Выглядит это странноватенько. И она начинает вот так вот по ворсинкам немножко стекать. Пробуем. Такое впечатление, что я до тональной основы достать не могу. То есть она все еще там, а на лице у меня практически ничего нет. Может, нажать надо больше? Хотя, может, смысл в том, что кисть наносит очень тонким слоем. И как бы в этом и основная заслуга этой кисти, что она не начинает наляпывать тон, а наносит действительно очень тонким слоем. Вот что я, собственно, сейчас и вижу. Очень тонкий слой. Потому что из-за этой ямочки, вот до сих пор, видите, там есть тональная основа, а на лицо она не переносится вот так вот прям сразу. У меня уже с этой стороны тон даже немножко как схватился в такой вот пудровый финиш. И все, я больше не могу достать вот эту тональную основу оттуда. Вот только если вот носом разве что, кончиком носа разве что. Но в то же время мне кажется, что она съела больше тональной основы, чем я на самом деле нанесла. Давайте попробуем еще капельку сюда добавить. Знаете, что на самом деле странно? Тональная основа растушевана на лице у меня очень хорошо, чего я от этой кисти не ожидала. Я думала, она будет растушевывать плохо, потому что она очень упругая и недостаточно мягкая, возможно, вот как мы привыкли к, я не знаю, более дорогим каким-то кистям для нанесения тональной основы. И действительно, меня удивило то, что она абсолютно не полосит. То есть нет такой проблемы у меня на лице, очень хорошо нанесен тон, очень равномерно, нигде я не вижу никаких нерастушеванных мест ни на носу, ни на лбу, то есть очень хорошо нанесено, но она очень много съела тональной основы, и с этой дырочки достать эту тональную основу практически нереально, то есть нужно вот так вот прям расплющивать кисть где-то у себя на лице для того, чтобы
достать тональную основу из этой впадинки. И, откровенно говоря, меня такие насильственные действия не очень устраивают в плане нанесения косметики, потому что зачем лишний раз надавливать на кожу, растягивать тоже кожу? И вообще, давайте будем откровенными, зачем нам лишний геморрой, если то же самое я могу сделать спонжем или там другой кистью, например. Ладно, будем считать, что с тоном мы закончили. Давайте теперь пробовать делать коррекцию лица вот этой вот кистью. И я здесь подготовила свое любимое средство для контурирования лица. Это NES Cosmetics и оттенок Bare Skin. На самом деле это румяна, но просто у этих румян настолько классный оттенок в плане коррекции, что я всегда именно его использую для коррекции. И первая проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, это каким образом равномерно на эту кисть нанести средство, потому что ячейка достаточно маленькая, а кисть достаточно большая. Ладно, мы будем так агрессивно себя вести. Ой-ой, чувствую, я об этом пожалею. Ладно, я пару раз втушую вот так вот в руку. И пробуем. Ха! Так, еще нужно убрать немножко, потому что я уже вижу, что сильно много. Еще убираем. Ну, коррекция получается достаточно таки жесткая. То есть скула прям появилась такая очень четкая, я бы сказала. Давайте немножко еще растушую. И в принципе, не могу сказать, что я недовольна результатом, потому что коррекция, вот по крайней мере то, что я сейчас вижу вот там вот в экранчике, и то, что я вижу в зеркале, мне даже нравится, потому что я думала, что эта кисть слишком большая, и она нанесет средство не только туда, куда нужно, но еще и ниже и выше. Но на самом деле все достаточно неплохо выглядит. По крайней мере, вот именно под мою скулу, под размер моей скулы, эта кисть подходит очень хорошо. Смотрите. Ну, по-моему, неплохо. Что скажете? И когда я смотрю вот так вот прямо, то тоже видно, что появилась у меня скула, в отличие от этой стороны. Но в то же время нет какой-то вот жесткой линии, которую я ненавижу просто. Давайте теперь попробуем нанести на лоб. Тоже для этого я буду только на вот этот вот кончик наносить средство. И буду наносить на лоб. Кисточка очень мягкая. То есть вот претензий вообще никаких. Если предыдущая такая жесткая и упругая, то это очень мягенькая. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, как выглядит сторона с коррекцией, как выглядит сторона без коррекции, чтобы вы могли сравнить, насколько вам нравится, насколько не нравится, как растушевано. Я думаю, вы сейчас сами можете сделать выводы. Итак, разбор полетов. Значит, подводим итоги по поводу этих двух кистей. Что касается вот этой, то она мне скорее не понравилась, и пользоваться я ей, скорее всего, больше не буду, потому что она съела тональные основы даже больше, чем спонж, что удивительно на самом деле, потому что обычно синтетика для нанесения тональной основы как раз-таки более экономичная. Здесь же вот эта ямочка настолько прожорливая, там, я не знаю, может там черная дыра вообще находится, я не знаю, что там в середине, но тональная основа съедается очень сильно. Обычно для того, чтобы полностью сделать макияж всего лица и также на шею нанести тональную основу, мне хватает, ну, самый потолок — это 3 помпы. Здесь же в эту кисть ушло где-то 4 или 5 помп, что очень странно. И вот там в серединке до сих пор средство осталось, и оно вот на пальце переносится, а на лицо это практически невозможно перенести. Поэтому для меня это пас. Что же касается этой кисти, то она меня удивила именно в хорошем смысле этого слова, потому что я не ожидала вот такого результата. Мне нравится, как она работает, и мне нравится, что ее форма позволяет делать коррекцию не только скулы, потому что по факту, да, вот эта ямка лучше всего подходит под скулу. Но также у меня абсолютно никакой проблемы не было в нанесении на лоб этого средства или вот так вот на шею, потому что кисть очень мягкая, и при соприкосновении с кожей ее можно смять таким образом, как вам нравится. В принципе, надавить немножко больше, и получается как будто даже плоский срез, а не вот такой вот немножко
немножко странный. Поэтому вот такую кисть я бы вполне могла рекомендовать тем, кто ежедневно делает коррекцию, либо ежедневно наносит какое-то бронзирующее средство на скулы, на лоб, там, возможно, на шею или куда вам там нравится, в принципе. Я думаю, для тела тоже вполне нормально подойдет, для того, чтобы там, я не знаю, ключицы выделять, возможно. И ручка у этой кисти тоже достаточно удобная, то есть вот вы ее так вот охватываете, я считаю, эргономичная, и она вполне справляется со своей задачей. Ссылки на эти кисти я, конечно же, оставлю в описании под видео, заходите, смотрите, и если вдруг вам попадется там еще что-то интересное, присылайте мне тоже куда-то в соцсетях, для того, чтобы я, может, на будущее заказала, тоже потестировала и сообщила вам, стоит ли эта вещь того, чтобы тратить на нее деньги. А на этом видео я буду заканчивать, очень надеюсь, что оно вам понравилось, если так и было, конечно же, ставьте палец вверх, пишите мне в комментариях, чтобы еще мне эдакого протестировать, потому что в последнее время огромное удовольствие получаю от тестирования всяких странных продуктов, и особенно радует, когда что-то из этого действительно работает. На этом я буду с вами прощаться, если вы все же еще в начале видео не подписались на канал, сделайте это сейчас. И мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео.